Ну, я играю тупо в соло, да, здесь. Что в голове у них? Еду прямо до красненького. Красненького не вижу, продолжаю ехать. Весь алгоритм. Вот он едет прямо. Красненький справа. Не вижу. Лампа загорелась, что-то произошло, урон получаю. Вижу красненького. Поворачиваюсь. Рыгаю без прицела. Не пробиваю, ожидаю. Двигаюсь беспорядочно и хаотично в попытке исправить свою ошибку, потому что вот такой-то нубас. Дальше потерялся, что делать? В ступоре. Умираю. Алгоритм действия союзника. Помогай, не стой, пишу союзнику на СТРВ. Он воспринял это буквально. Только наоборот. Бежать! Я не могу на них смотреть. Ну почему вы так играете? Ну приедь ты вот сюда, вот встань, вот так. И тут вот стой. Там же кустов как говна. Любое, что высвечивает 257, умирает от тебя же. О, смотри, как локатор. Типа по кругу сканирует, чтобы союзники знали, где враг. Типа они выиграли бой, а что сделал ты? Чё ты тут на них...